первые военные дни в городе сложилась своеобразная праздничная обстановка. Стояла ясная солнечная погода, зеленели сады и скверы, было много цветов. ЭТВ Плюс познакомит вас с произведениями писателей и поэтов, ставших свидетелями трагедии Второй мировой войны. Ведущие телеканала выбрали строки, которые не оставляют равнодушными и побуждают задуматься каждого. Смотрите специальный проект «Написано о войне» в мае в эфире ЭТВ Плюс или на сайте etvplus.ee.